органы. Однако, как говорят эксперты, официальная статистика таких правонарушений отсутствует. Председатель комиссии Общественной палаты по охране здоровья Владимир Нероев убежден в том, что инициатива петербургских специалистов наведет порядок в этой сфере. С введением вот такой новации, видеозаписи хирургического вмешательства, но это обеспечит объективность при различных клинических разборах в тех или иных ситуациях, осложнений, смертей. Это, конечно, на мой взгляд, положительно отразится на общественников из северной столицы, в частности, заставят по-другому смотреть на вопросы, связанные с врачебной тайной, рассуждает директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев. Нужно понимать, что медицина – это совершенно особая отрасль. В частности, помимо врача и того действия, которое он делает, есть пациент с его интимными проблемами, и это становится достоянием третьих лиц. Поэтому нужно сказать так, что существует сейчас желание контролировать качество медицины. Как известно, минувший 2014 год
стал рекордным для петербургского рынка недвижимости. Это же определение справедливо и для смежного рынка ипотечного кредитования. Какой показатель будет служить базой для сравнения на ближайшие годы? Борис Федоров, редактор спецпроектов РБК «Санкт-Петербург».